ему скажу. Кузенька, избушка без тебя опять сбежала. Он скажет, плевать. А я скажу, добром не пойдешь, поймаю всем. А он скажет, подавишься. Эх, поглядеть бы, на кого он нас променял. Я уж 40 веков на Фаня. Ну, что опять стряслось? Убытки, убытки-то какие? Сейчас содержи, а так вот... Вот так. Эх, не по-нашему люди жить стали. Не по-нашему. Этак вы скоро по миру пойдете. Кто? Мы? А то кто же? Да ну! Вот те... И ну? Ну, лежи, боги! Беда, беда, матушка моя! Что случилось? Запасы немерены, убытки не считаны. Разоримся, по миру пойдем. Это что? Сказка такая. Это жизнь такая. 8 до 1, 9. 9 до 1, 10. 10 и еще 1, 20. Так, ну, я думаю, приданого у нас хватает. Ой, а это что такое? А ну-ка, золотай. Ну, вот еще. Мне мама новую шубу купит. Да, потом в ней по миру пойдем. Золотай, говорю. Сказка? Ну, конечно, сказка. Наташа, встала уже. Умница, дочка. Одевайся пока, и я схожу за хлебом. Соль. 1.5 фунта. Хлеб и фунта не будет. Хм. Надо же, какой черствый. Да один, один, да один, два, 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 да один, три, три, один, четыре. Четыре без трех, один. Вот так сказка. Жил-был домовой, жадный-прижадный. Я не жадный, я домовитый. Ну, до осени дотянем. Ну, чего стоишь, барышня? Пол не метен, мусор не вынесен. Раскомандовался? Ты вообще здесь понарошку? Я понарошку? Это вы тут понарошку? И дом ваш, и балкон, и шкаф. Не было вас тут отродясь. А у нас тут с дедушкой 7 веков амбар был. А вас я не помню. Я не могу быть понарошку. Я девочка. Кто не работает, тот понарошку. А я работаю. А кто понарошку работает, тот все равно понарошку. Мама, мамочка, ну скажи ему. Изумрудная моя. Он кому? А внучонка моя. Кузинка. Ой, вы Кузина бабушка! О, Кузя, Кузя, к тебе бабушка приехала! Ой. А меня нет дома! Кузенька! Ау! Понимаете, сначала Кузя был моим идеалом, и вдруг... У него, наверное, было тяжелое детство. Ух, как сыр в масле катался. Он только и делает, что считает. До 10. До 20.
Яхан ты мой! А мне настоящие сказки хочется. Будет. Будет тебе настоящая сказка. А страшная? Других не знаем. Ой. Жила-была бабуюка. Добрые-предобрые. Аж до чего красивые. Вот встречает она раз домовеночка. Встречает, да и говорит ему: «Отчего это ты так отощал-то, бриллиантовый мой?» А домовеночка ей отвечает: «На себя посмотри! И охота тебе на чужих людей спинку гнуть!» «У нас нет чужих, у нас все свои, все свое!» «Кузя, не мешай!» Осерчала тут баба-яга, за такое, говорит, со мной обращение, поймаю, зажарю и съем. Не советую, вредно, жареное вредно. Куда? Вы здесь? Сюда, сюда! Кому ты нужна со своей оравой? Сокол ты мой, а у бабули-то ягули кренделечки сахарные. Вернись, я все прощу. Где мой черствый хлеб? Я его выбросила. Куда? Мусоропровод. Бабушка, а дальше? Мой Бородинский, мой сладенький. Лови его, хватай! Убивают! Не бойся, это же понарошку. Нафаня! Маму встречаешь? Умница, дочка. Кто проворонила свое счастье? Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец. Не поминайте лихом. Кузенька! Покуда не вернусь, слушайся на Фаню. Кузя! Мы будем ждать тебя! Мы будем ждать тебя! Thank you.